Мне очень понравилось. Мне понравился сценарий, мне понравились актерские работы, мне понравились диалоги. Очень классно и талантливо снято, и очень здорово смонтировано. Очень современно и сексуально. Мне очень понравилось. Скажу почему. Во-первых, мне кажется, это здорово написано. Нет слов. Вот. Просто молодцы, просто взяли, собрались, написали и сняли. Я бы так не смог. Мне очень понравился сериал, очень крутой, очень красивая операторская работа, крутые актеры, крутой юмор, все очень стильно, круто. Очень здорово, во-первых, такое количество прекрасных людей сделало это кино. Я обожаю Женю Цыганову, я очень большая поклонница Сергея Минаева. Я думаю, что это будет очень интересно, я буду продолжать смотреть. Это очень круто и с точки зрения сценария, и режиссуры, и игры актеров. Я думаю, это будет один из лучших сериалов этого года. Вот, для, скажем так, нашего сообщества, я думаю, будет главный сериал этого года. Но мне кажется, зрителю, который даже не понимает ничего в медийном бизнесе, будет интересно, потому что человеческие переживания, любовь, предательство, отчаяние, надежда, все в этом фильме собралось. Я получила огромное удовольствие. Красиво, стильно, талантливо, очень смешно, узнаваемо, хотя я никакого отношения к глянцу не имею. Невероятный каст. Это прекрасный сериал, столько юмора, столько сарказма, столько цинизма, и при этом много боли, много души. Глянец жив и будет жить.